Привет, друзья, добро пожаловать ко мне на канал. В этом ролике мы поговорим о очень быстрой прокачке сезонного абонемента. Примерно где-то 5-6 уровней в час. Для этого вам понадобятся, конечно, ресурсы и терпение, так как это достаточно все-таки нудно. Но если вы выделите себе целые сутки прокачки, вы с нуля можете прокачаться до 100 уровня. Но потом, правда, вы, скорее всего, уедете в дурку. Где-то часа полтора, может, чуть больше назад я начался заморачиваться этой темой и по итогу вот записал ролик, когда прокачивался. И итоговый результат у меня уже 46 уровень, а начинал я с 38. Как я ранее говорил, вам понадобится достаточно большое количество ресурсов. Это эссенция, те ресурсы, которые выпадают с мобов, а также блеска. Но блеск — это вообще не проблема. Походил в затерянный сектор, вот накопил себе 250 тысяч. Да и при том вы периодически пишете о том, что куда же девать блеск. Ну а теперь давайте перейдем к самому способу. Все наглядно и понятно, и очень интересно. Ева Леванте за 3000 блеска нам продает контракты. Вот они нам и нужны. Но это интересные контракты. Вы покупаете 5 контрактов, больше, к сожалению, нельзя. После этого вам надо подарить определенным торговцам определенные пирожки. Для этих пирожков вам как раз и понадобятся ингредиенты, о которых я говорил ранее. То есть те, которые выпадают с мобов. Помимо этого, вам понадобится достаточно большое количество эссенции. Скоро на канале я выложу ролик, обязательно посмотрите его, где самое выгодное в плане выбивания этой эссенции, чтобы у вас был такой хороший большой запас. За каждые 5 контрактов вы будете тратить 15 тысяч блеска. Помимо этого, когда вы научитесь быстро эти печь пирожки, да, потому что, опять же, каждый контракт под определенного торговца, соответственно, у вас будет уходить где-то уже в конечном варианте около 2 минут. А развести по торговцам эти пирожки уйдет еще минут 5. И по итогу получается где-то за час 8 раз вы делаете вот этот круг. Но это у меня уходило 8 раз за час. Может, если перенравиться, и того больше. Может быть, 10 раз будет и так далее. Но вы спросите, а зачем вообще качать так быстро сезонный абонемент? Все очень просто. Хочется все плюшки этого сезона и сразу. А потом уже достаточно вяло прокачивать, допустим, получая яркие инграммы. Поэтому это видео подойдет больше для тех, кто хочет заморочиться этим вопросом и у кого достаточно большое количество времени. Ах да, я же забыл про бонус. Так вот, когда вы отдаете пирожки, периодически вам даются подарки. Открываете подарки, вы получаете себе фиолетовое оружие, ядра, призмы, ресурсы, осколки и так далее, и так далее, и так далее. А что касается ресурсов, где что выбивается, вам поможет мой вчерашний ролик, связанный как раз-таки с этим вопросом. Так как я славлюсь именно тем, что я коротко и ясно все объясняю, хватит разговаривать, идите фармить себе опыт и прокачивать себе свой сезонный абонемент. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы быть всегда на волне. Подписывайтесь на группу, на канал. Обязательно поставьте палец вверх, напишите комментарий. Всех благ, пока-пока.